С праздником, любимый город. Накануне эти слова можно было услышать на каждом шагу. В выходные на Уренгое отметил двойную дату – День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. В рамках торжественных мероприятий состоялось возложение цветов к вечному огню и памятным знакам. На центральной площади и на площадке рядом с гимназией днем были организованы развлекательные программы. Вечером состоялся праздничный концерт, который завершился поздравлениями от первых лиц города и округа. Финальной точкой стал праздничный салют. Подробности у Марины Кошмак. Праздничная атмосфера ощущается с самого утра. День рождения города – это особый повод встретиться всем горожанам. За 39-летнюю историю Нового Уренгоя появились традиции. Одна из них – возложение цветов к вечному огню на площади памяти. День города и профессиональный праздник газодобытчиков цветы возлагают и к памятнику Сабита Аруджева. Благодаря этому человеку было открыто и освоено первое на Ямале месторождение, а затем появилась и газовая столица России. Последняя остановка у мемориала пионерам освоения Уренгоя. Этот памятник – дань людям, которые посвятили свою молодость строительству города. И в этот праздничный день одним из первых к монументу возлагает цветы первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников. Ценность праздника вообще в памяти. И то, что мы с вами сегодня, ваши ровесники, видят, в общем-то, есть результат того, что 39 лет назад ветераны отрасли газовой, строители, санотракторными поездами. В 1975 году забили здесь первый колышек. Чтить героизм первопроходцев и ветеранов необходимо, считает глава администрации Иван Костогриз. В жизни города преемственность поколений должна стоять на первом месте. Пока жива память о прошлом, всегда будет будущее. Здесь ведь не было ничего. Здесь была лесотундра голая. И первые первопроходцы, которые сюда пришли, да и мороз был другой, значительно крепче, с ветрами. Но они совершили действительно героический трудовой подвиг. Выразить свое уважение первым геологам, газодобытчикам и строителям пришли руководители градообразующих предприятий. 39 лет назад началась история не только Нового Уренгоя, но и всей газодобывающей отрасли на Ямале. Кто, как не руководители, должны личным примером показывать и для подрастающего поколения, поддерживать и наших ветеранов, которые еще живут в нашем городе. Праздничные гуляния висели по всему городу. На главной площади, как всегда, многолюдно. Творческие коллективы Нового Уренгоя своими яркими номерами поздравляют горожан. Чувствуется атмосфера хорошая, люди гуляют, детки. Вообще замечательно. Просто на душе радостно. И хочется сказать добрые слова. Теплые пожелания в адрес именинника звучат повсюду. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у новоуренгойцев приподнятое. День рождения города – это праздник всех и каждого. Как и любой новоуренгойц, я ждал проведения этого праздника с нетерпением. Пусть мы даже и работаем там, готовим мероприятия, тем не менее, вот праздник, мы видим, что получился. Чем ближе вечер, тем больше людей покидают свои дома, чтобы окунуться в радостную атмосферу, которая царит на городской площади. Яркие концертные номера дарят не только артисты и творческие коллективы нашего города. Поздравляют Новый Уренгой со сцены и гости из Белоруссии. Новый Уренгой – жемчужина Ямала, его гордость и достояние. Поэтому День города и профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности приехали гости из Салехарда и Тюмени. Со сцены звучат поздравления от руководства города и округа. С огромным удовольствием приезжаю в этот город и смотрю, как он меняется. Меняется с каждым днем. Конечно, много делает и «Газпром», много делает и власть, но больше всего делаете уют в этом городе вы. Я хочу от всех тюменцев сказать огромные слова благодарности вам, кто живет здесь в достаточно сложных климатических условиях. Мы прекрасно сегодня осознаем, кто кует экономику Тюменской области, экономику всей России. Экономика России в ваших руках. Нам сегодня 39. Мы превратились с маленького поселка в благоустроенный, комфортный, большой город, промышленный город. И это все сделали вы, уважаемые новоуренгойцы. Спасибо огромное вам за город! Поздравления и песни в адрес Нового Уренгоя отзвучали. Долгожданный праздничный салют стал достойным завершением яркого, насыщенного дня. Марина Кошмак, Андрей Мальцев, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».